Задержитесь, пожалуйста, на минутку и посмотрите на мою домашнюю выставку картин. Все эти картины я рисовала акриловыми маркерами на грунтованных холстах. Вот так вот они выглядят, если что. Вот это, кстати, работа одна из последних, и мне безумно нравится детализация, проработка. Эта работа тоже по-своему прикольная, мне очень хотелось заполнить фон в стиле граффити. Типа граффити и какие-то там плиточки, как будто это кирпичная стена разрисованная. Здесь, понятное дело, девочка, чебурашка. Это я нарисовала под вдохновением после того, как посмотрела фильм в кино. Спускаемся вниз, и тут у нас маленький холстик стоит на мольбертике. Тоже нарисован акриловыми маркерами. Он прям настолько мимимишненький, что прям вот даже не знаю. Можно даже не заметить его издалека. Но зато детализация здесь классная. Проработано все, даже мелкие бусинки и блики всякие. И вот тут еще картина, которая не доделана, я ее пишу акрилом, а не акриловыми маркерами.